сегодня мы находимся на фестивале в Фейсбуке. Мы находимся в Силиконовой долине. Итак, друзья, сзади меня находится вот такой здоровый бычара. Я сейчас пойду испытаю свои силы, смогу ли я на нем удержаться или нет. И сейчас увидели небольшое такое местечко, где рекламируют вот такую интересную штуку, называется Messenger Kit. Это специальный мессенджер для детишек. Настоящие классные впечатления посидеть в настоящем самолете. Это очень круто. А сейчас пойдемте посидим в настоящем танке. Ребята, только что я посмотрел в очки виртуальной реальности Oculus. Я вам хочу сказать, что картинка потрясающая. Привет, друзья! Вы на канале Михайлов Лайф. Меня зовут Михайлов Олег. Это моя Михайлова Алинка. Привет, привет! И мы рассказываем на нашем канале о жизни США. Мы рассказываем и, конечно же, вам показываем. Сегодня мы находимся на фестивале в Фейсбуке. Мы находимся в Силиконовой долине. В городе Менло Парк. И сегодня мы немножко вам покажем, как проходят фестивали прямо в самом Фейсбуке, на этой территории. Начиная с мая по сентябрь, здесь каждый месяц, примерно в конце месяца, проходят клевые фестивали, концерты, техзона, развлекалки для детей, разные перекусы, в общем, много разных активити. Мы вам передаем большой привет, сейчас все покажем. Оставайтесь с нами! Друзья, мы находимся на такой специальной площадке. Посмотрите, сколько здесь много шариков. Есть специальные такие аппараты, которые генерируют эти мыльные пузырики и очень поднимают нам настроение. А также на территории этого фестиваля есть вот такая импровизационная сцена, где можно всем желающим пойти и научиться танцевать. Honky-tonk Dance Hall называется. Можно потанцевать. Поехали дальше. Toe, heel, step, two, three. How are we doing, folks? Good, good. Ready for the next part. Kick, tap, touch, step, right, kick, touch, together. How are we doing so far, folks? Are we ready for the next part? Сзади меня находится вот такой здоровый бычара. Я сейчас пойду испытаю свои силы, смогу ли я на нем удержаться или нет. Посмотрим, как это у меня получится. Ставьте лайк, если тоже хотите так же. Пойдемте. На этом быке просто невозможно. Я залезал на него, делал две попытки. На третью меня просто не хватило. Он как бешеный крутился и вертелся. Но я держался молодцом. После этого быка чувствуешь себя как настоящий ковбой. Итак, мы прогуливались по Фейсбуку и сейчас увидели небольшое такое местечко, где рекламируют вот такую интересную штуку, называется Messenger Kit. Это специальный мессенджер для детишек младше 13 лет, которые могут использовать этот мессенджер. И нам дали еще такие две наклеечки, сейчас Лешке подарим. Вот, этот Messenger Kit могут использовать детишки, в нем есть специальные фильтры, специальная, так скажем, защита для детей, чтобы не допустить их к ненужной информации. Вот так вот, вот такие вот новшества в Фейсбуке. Поехали дальше. Ребята, еще мы встретили одну прикольную компанию, которая называется Gemstone Mining Company. Они моют вот такой песок и находят золото. Смотрите, какую стекляшку нам дали сейчас. Вот, подарили Лешку. В общем, золотоискатели. Кстати, это железочка, она немного такая, ну, не знаю, может, островатая, что ли. Вот, золотоискатели ищут тут золото. Классная тема. Итак, друзья, мы находимся сейчас рядом с маленьким прототипом самолета под названием Jet
Fighter. Честно говоря, я не знаю, что это за самолет. Нужно прогуглить. Вот. Но сейчас я впервые пойду посижу в нем. Так. Так. Друзья, впервые залезаю в этот самолет. Вот так. О! Ничего себе! Вот я сел в этот самолет. Вот, они одевают шлем. Ребята, ну вы знаете, вот рычаг настоящий. Посмотрите, я сижу в самолете, это вообще очень здорово. Настоящие классные впечатления посидеть в настоящем самолете, это очень круто. Ребята, поехали дальше. Смотрите, вот такой вот одноместный вертолет. Классный. Скорпион 1. Нас Лёшка покрасила волшебная фея. Итак, ребята, мы попали на такое место военной техники. Смотрите. Класс. Вот, ребята, патроны 9 мм, 5,56 мм, 7,62 мм. Вот охотничий патрон есть. А вот смотрите, это сухой паёк. Сухой паёк. Вот еда здесь. Консервы. Даже какая-то кэнди шоколадный диск. Вот он есть. Пойдем зайдем туда. Вот смотри. Посиди тут. Садись. Устан. Я залез на крышу БТРа. Смотри, какой тут шлем. Первый, я второй. Ребята, круто, мы побывали в настоящем БТРе. Смотрите, какой классный БТР. А сейчас пойдемте посидим в настоящем танке. Ребята, мы сидим в настоящем танке, представляете? Тут все так сурово. Вот так сидит, наверное, тот, кто управляет танком. Здесь такой глазок. Здесь увеличитель. А мой Thank you.
мы купили вот такие сосиски в тесте. Ну ничего, так вроде, есть можно. Очень популярно здесь. Так, друзья, я сейчас стою в тест-зоне. Я решил зайти посмотреть, что показывает компания Oculus. Хочу сейчас испробовать на себе виртуальную реальность. Интересно, как это? Давайте попробуем. Здесь вот небольшая очередь. И вот там вот сидят ребята в специальных таких 3D-очках и что-то смотрят. Ребята, только что я посмотрел в очки виртуальной реальности Oculus. Я вам хочу сказать, что картинка потрясающая. Потрясающее погружение. Мне кажется, скоро за этим будет будущее. Все игры компьютерные, онлайн будут только с помощью виртуальной реальности. Реальность с помощью виртуальной реальности можно найти кучу идей, как себя погрузить в атмосферу. Сейчас я, знаете, что смотрел? Парк юрского периода. Я смотрел, как динозавры друг с другом дерутся. Я смотрел, как взрывается вулкан. Знаете, это прям не передать словами. Классная компания, классная виртуальная реальность. Всем советую. Ну вот и подходит к концу наше интересное приключение, друзья. Оставляйте свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем советуем, приезжайте на Facebook фестиваль. Расписание можно посмотреть на самом Фейсбуке. Как называется прям вот дословно фестиваль? Facebook фестивал. Да, Facebook фестивал. Приходите, получите море позитива. Уже все закрывается, мы даже не успели по всем локациям пройти, уже все закрывается. Как-то быстро день сегодня пролетел, субботний. Мы вам желаем хорошего настроения, не скучайте. И передаем всем большой привет. До встречи в следующих сериях. С вами канал Михайлов Лайф о жизни в США. Пока-пока. Пока-пока. Оставайтесь с нами.